конференция по геонаукам становится у нас всероссийской, значимой, выходите на международный уровень, и я благодарен коллективу Сибирской школы геонаук, лично Александру Владимировичу Паршину, за то, что мы развиваем это направление. Конференция геонауки – это традиционная площадка Иркутского политеха. В основном на ней докладывают молодые специалисты, студенты. Уже, соответственно, часто это у них первый опыт. После этого они уже часто едут куда-нибудь на самые крупные конференции в большие города. Лично для меня этот проект был очень интересен, потому что по первой специальности и профессии я метеоролог. И немного взаимосвязь все равно вижу. Для тем, то, что как мы дышим, чем мы дышим и влиянием на окружающую среду.